Опа. Эть. Всем привет, всем здрасте. Опа. Опа. Эть. Опа. Всем привет, всем здрасте. Извиняюсь за накладочку, слышу сам себя. Оп. Так, все, убрали. Ничего страшного, переснимать не будем. Мы продолжаем проходить с вами атомные сердца или атомное сердце. С господином Нечаевым мы сейчас продолжим свою историю, продолжим свой путь. Будем двигаться дальше, разгребая последствия нашего замечательного шефа. Всем привет, всем здрасте. Здорово, земля, здорово, земляк. Привет. А ты чё ребрендинг-то тут не сделал? Так, понеслась. Будем разгребать, значит, последствия нашего любимого шефа. Товарища Сеченова, за которого качает наш главный герой. Которого он верит, надеется. Но наш товарищ Сеченов хорош. Что по звуку? По звуку все окей? По звуку все должно быть окей. Да. Ага. Мы остановились тут, я помню. У нас есть куча врагов. И у нас... нет хпшки вообще. У нас есть только банка сгущенки, которую мы съедим когда-нибудь потом. Потому что от нее нам толку нету. От нее толку нету. И смысла в ней особого нету. Так, значит, нам надо попасть на 3-4 этаж. 1-2 этаж мы зачистили. Здравствуйте. Давай ты не будешь кататься. Можно его так останавливать. Мы придумали в прошлый раз лайфхак, как задержать всех мобов, которые нам неугодны. Мы просто их ведем на этаж, и их начинают давить. Не надо, за что? Началось, я же только, в смысле, только зашел. Блять, мне аж на ту сторону бежать. Ну, побежали, а что делать-то? У нас выхода другого нету. Нам остается только бежать и уповать на то, что нам не прилетит. Потому что жизни прям кропаль. Жизни нету, хилов нету, ничего нету. Если мы откроем инвентарь, в инвентаре у нас ровно ни хера. Ровно ни хера, поэтому мы идем. Отсим от всех вовчиков и идем добывать. Новый цикл сканирования. Да. Модуль. Ищем левую руку. Рука левая. Обнаружим. Местонахождение. Этаж Павлов. Бля. Это ужасно. У меня ведь даже патронов нету. Тихо. Тихо. О! Да ты серьезно, блять, я же уже тут. Простите, дорогой товарищ. Это все данные, которые мне доступны. Успокоились все. Угу. Очень. О, Вовчика убили. Блять, может скилки будут. Хорошо, что есть шоковый пистолет. Он не нуждается в патронах, он не нуждается... О! Для жизни вообще мало. А чё? Они у меня как будто не убавляются. Как будто я не умираю. Это ж хорошо, что я как будто не умираю. Так, туда никто не ходит. Здесь нам надо уничтожить. Блять, у меня кончились патроны. У меня кончились патроны. Как дальше проходить, если нет патронов? Элеонору я так и не нашел. Так, стопэ. Ага. А чё не так быстро-то? Биоматериалы. А толку от этих био... Элеонора, господи, я очень рад вас видеть. Впервые в жизни. Блять, я просто случайно наткнулся и увидел тебя. И ты лучшее, что со мной происходило за последнее время в этой игре. Господи, слава богам, она тут. У меня есть хилки. Я сейчас куплю патроны. Господи, так, эту лампочку нам, наверное, надо убрать. Она нам зачем вообще? Зачем? Не нужна. Вот это мы, наверное, по одной штуке тоже уберем. Господи, это великолепно. Улучшение. Так, создание. Нам надо, во-первых, создать вот так. Вот так еще, на всякий случай. Потому что они, в принципе... Да, две серии я искал Элеонору и наконец-то нашел. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. Кстати, очень странно, она почему-то перестала к нам приставать. Раньше она все время с нами вот это вот беседовала. Мгновенно становится здоровье. Требуется рецепт. А
Че, у меня нет рецепта, что ли? Оно все время с нами заигрывало, разговаривало что-то как-то. А сейчас что-то такая пассивная стала. Как-то даже, если честно, скучно становится без нее. Давай нам по трошке раз. Майор, оружие. Да, майор, оружие. Это я. Майор, мать его, оружие. 4 на 6. 6 и 4. 24. Так. Давай мы сделаем вот так, наверное. У нас достаточно ресурсов. X32 направлено на склад. Это красота, это нам нравится. Warzone так и не зашел. Ну а погоди, перед Warzone надо обязательно пройти немного атомика, потому что без атомика жить никак нельзя. Шокер. Так, нам не нужен шокер. Нам надо либо стужу прокачать, либо стужу. Одно из двух. Ну, я выберу стужу, наверное. Так, ага. Интенсивное распыление. Выбор скриогенного вещества происходит с увеличенной скоростью, что позволяет заморозить цель быстрее. Мы это, естественно, установим, это нам нравится. После атомика, возможно, будет Warzone. Но это не точно, потому что я что-то очень устал. Криогенный блок получает модернизацию, увеличить конус распыления. Криополимера. Так, ну это понятно. Криогенная струя. Нейроперчатка, криогенный полимер в виде струи на любого противника или на поверхность, попавшие под воздействие криополимера цели, получает эффект заморозки и не способны двигаться без враги, хуже остальных переносит пониженную температуру. О, кстати, мультик этот. А, так она у нас установлена же. Доступ разрешен. Так, ладно, давай, мы, значит, зайдем с вами на склад. Понятно, у нас нет места. Нам надо, во-первых, фулл хп себе захилить. Пока можно посмотреть мульты и захилить фулл хп. У нас минус 2 хилки, почти фулл хп. Нам надо сейчас вернуться на склад. Мы возвращаемся на склад и забираем патроны на дробовик. Это что? Это пистолетный. На калаш. Зачем нам на калаш? У нас на калаш очень много патронов, но у нас нет рецепта на калаш. Где его взять? У кого его раздобыть? Ракеты для крепыша тоже непонятно. Крепыша у нас нету. Ракеты нам по факту сейчас не нужны. Все, мы возвращаем, значит, оружие. У нас 32 патрона на дробовике. Мы его, естественно, зарядим. Почему ты 3 все время заряжаешь? Заряди 4. Спасибо. Пистолет мы, значит, перезарядим. Все, у нас есть патроны. У нас есть хил. Доступ разрешен. Так, теперь надо улучшить немного перчаточку. Немного улучшаем перчатку. И мы возвращаемся также к стуже. Принудительная заморозка. Заморозка цель получает дополнительный урон при выходе из состояния заморозки. Давайте качнем. Давайте качнем. Пойдем еще массовый телекинез, глянем, что у нас тут. Нейрокинетический модуль массового телекинеза получает модификацию, значительно увеличивающую общую мощность воздействия, что позволяет менять воздух противников тяжеловесов. Не знаю, надо ли нам это или нет. Да, давай баротравм посмотрим. Давление в области телекинетического воздействия возрастает с каждой секундой удержания. Нанося захваченным целям значительный урон. Вот это нам надо, это хорошо. Всех подняли, всех уебали. Все по красоте. Все, мы все прокачали. Тыкаем, значит, сохранялку. Все, у нас все в порядке, у нас все хорошо. Здесь мы, значит, лутаем. Так, ну мы идем, значит, к ребятам. Я так понимаю, если начало у нас... Бля, Рафик стоит. И там Элеонора. И здесь Элеонора. Да где ж ты раньше-то была, Элеонора, бля? Раньше я тебя не наблюдал. Рафик, давай ты не будешь меня бить. Так, капсула электро. С помощью капсулы электро вы можете восполнить энергию, используя ее через радиальное меню. Либо через... Какую энергию и нахуя нам ее восполнять? Непонятно. Об этом ничего написано не было. Ебать там, бля, типов стоит. Я понял, проходим мимо. Воу, я испугался, это ты на меня смотришь, кажется. Вот эти роботы, кстати, они единственные, кто не атакует. Хотя прищур у него такой прям. Ну, он прям вот хочет, видать. Либо по ебалу, либо вдать ебалу. Тут одно из двух. Так, бежим, значит, замок. Дальше. Замок. Почему я не удивлен? Да потому что, блядь, эти замки на каждой двери. Поэтому ты и не удивлен, в принципе, как и я. Ага. Ага. Блять, не открылся что-то. Наверное, потому что я не повернул. А в смысле, он каждый раз меняется? Я себе. Он, оказывается, каждый раз меняется. Так, нам, значит, надо синюю сюда, красную туда, желтую сюда. Так, так.
Так, так, так. Нет. Так, так, так. Так. Бля, почти. Синюю, значит, нам надо на середочку. Желтую нам надо вот так. Мы возвращаемся к чему? К тому, что у нас было до этого, верно? Верно. Бля, как я не люблю эти замки, господи. Нет, не то. Сука, три подряд поставил. Так. Нам надо синюю на середку. Да как, блядь, это работает? Так. Нет, надо еще сдвинуть. Не-не-не, не так, не так, вот так. Ну не так опять. А так? Так, теперь нам надо желтую поставить на середку. Ага, теперь нам осталось сместить красную назад, на одну ячейку. Если нам надо назад, нам надо ее поставить середку. Все, вот так. Бля, сообразил. Сообразил, понял, все починил, все сделал. Так, значит, и здесь у нас Элеонора. Очень много Элеоноры. Много Элеоноры не бывает. Здравствуйте. Кнопка что делает? Давай нажмем. Этого кита перенесена в полимерную форму благодаря таланту советских. А, это кит. Нихуя. Мимикрическая адаптация полимеров стала возможной только благодаря этим невероятным животным. Теперь полимеры могут адаптироваться. Мать его, кит. Не вызывая отторжения и даже формировать поврежденные органы. Исследования еще не закончены, но уже можно сказать наверняка, этот полимерный кит первый шаг к возможному продлению жизни. Благодаря таланту советских ученых. Экспонат достойный. Разрешите вопрос, майор? Ну, давай. Хотели бы вы в случае гибели продолжить жизнь в альтернативной форме? Нет. Нет. Зачем? Меня моя устраивает. А в желе я плавать не хочу. А в целом, идея полимерного бессмертия кажется вам допустимой? Да пожалуйста, если кому-то хочется так жить, пусть живут. Вы не блещете оптимизмом, майор. Да времена не те. Интересная архивная справка. Этого кита доставил сюда Михаил Штокхаузен, неделю гонявший китобойное судно. Не, не интересно, Крас. Да, вообще не интересно. Штокхаузен нам не интересно, нам это не нужно. Так, нам надо что получается? Нам надо спуститься вниз. Чтобы нас спуститься вниз, на... Блять. Там две Элеоноры. Здесь Элеонора. Здесь Элеонора. У меня такое ощущение, что меня ждут прям жесткие пиздюля. Плющ устойчив к огнестрельным атакам. Используйте оружие ближнего боя. Сканируйте противников, чтобы узнать их. Я понял. Сейчас будет пиздюля, судя по всему. Мне еще одну сохранялочку поставьте сюда, чтобы я целиком и полностью убедился в этом. Ну, естественно, да, двери закрываются. Начинается музыка. Это еще что за дрянь в колбах? Осторожно, где? Это изделие плющ, оно крайне опасно. Где? Я уже видел эту дрянь раньше. Да и где? Оторванная рука, конечно же, находится именно у него. А, и вот она он. Она просто не может лежать где-нибудь в углу. О, ну какой, блядь. О! А заморозить тебя можно? Блядь, он... Ну давай, блядь, пиздиться. Что мне делать? Я тебе устрою, блядь. Бля, говорил же пиздюля. Не надо. Не надо. А как его убивать-то? Стой! Да перестань! А почему? Уязвимость к чему? К огню. К огню уязвимость. Так, бежим нахуй. Отстань. Пилимся. Берем пистолет, берем дробовик. Это что? Электро. Мгновенно восстанавливает энергию. Это не то. Нам надо как-то... Уходи, блядь. Хорошо. Так, нам надо огненную кассету как-то вставить в дробовик. Ваш рюкзак перегружен. А что в смысле? А дробовик куда сейчас? А как вставить? Как вставить-то? Кто не знает? Как ее вставить? Поменять цель. И что мне с ней делать-то, блядь? Ее использовать? Кто-нибудь помнит? Кто-нибудь знает? Кто-нибудь подскажет мне? Я не знаю как. Да погоди. Бля, вообще там прям карапаль по нему дамаг проходит. Ну чё ты такой резкий-то? Да отстань. Бля, какой он, сука, душный. Бля, охуеть. Бля, охуеть. Бежим.
он... это... она, ты это отреагируешь? На шоковые вот эти вот штуки, нет? Бля, да прекрати, что ли? Взлети на... Блять, а как его убить-то? Отъебись. Пожалуйста, не подходи ко мне, не надо. Давайте я попробую заморозить чуть. Иди сюда. Бля, есть какой-нибудь огнемет у этой перчатки? Да, будем биться. Бля, больно. Я ему даже пол хп не снес, он меня уже отпиздохнул знатно. Мне как-то надо зарядить огненную кассету, может телекинез. Телекинез его вообще никак не берет. Ты типа, ну, телекинезишь, а ему похуй. Мне кажется, надо как-то вставить кассету и его поджечь. А куда ее вставлять, я понятия не имею. Бля, больно. Не надо. Дай ему в рожу. Пробел. Че еще? Эп. Отъебись ты. Охуеть. Е. Жму. Жму Е. Уходи. Бля, как больно, как неприятно. Бля, да что ж ты такой душный-то? Ну ладно, пол хп уже почти снесли. Если от него грамотно уклоняться и вовремя, самое главное, ловить тайминги, то в принципе можно жить. Ага, хуёк тебе. Так не катит, так не прокатит. Нет, 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 нет. Раз, два, еще сильная. Ага, уклонились, все, пиздец. Все, уходим. Все, отлично. Отлично. Бля, какой ты резкий. Ну, ага, два, три, сильная. Уклоняемся, бьем. Бля, типа, надо было уклониться, не успел. Бьем по максимуму, уходим, уходим. Ваш рюкзак перегружен? Кто, блядь, говорит эти глупостями? Да как ты до меня дотягиваешься? Бля, не надо. Ага. Ага. Тихо. Сильная атака. Рубим. Ага, блядь, сильная атака. Пропускаю все время. Все хилки, все. Хилок больше нет. Ага. Раз, два, три. Ага. Рубим. Спин. Ага. Блять, два раза вернулся. Бля, можно успеть рубануть и убежать, в принципе, да. Да не надо, ну что ты такие лапы длинные. Бля, пол хп я ему снес, у меня шансов на выживание нету. Шансов на выживание нет. Это фиаско, судя по всему. Бля, а что если прятаться? А ему похуй. Ага. Отстань. Отстань, говорю. Ага. И по мне не попадешь. Бля, вот от этой атаки надо как-то уворачиваться. Ему похуй на заморозку, ему похуй на все. Да, бля, все, я труп. Он меня взял, я труп. Мы сейчас будем отбиваться 3 дня. Эф. Фу. Сейчас будем спамить. Бля, какое существо страшное. Уходи. Я еще живой, что ли? Я еще живой. Да как? Бля, это очень обидно. Я почти его убил. А у меня как-то хпшка восстанавливается. Каким-то макаром. Почему, непонятно. Блять, опять он не въебал. Да что ж ты, блять, за плющ такой? Да хватит! Ага. Два, три. А? Все, съебываем. Уйди, блять.
Где ты? Застрял! Я застрял. Уходим. Да уйди! Дай похилиться, у меня восстанавливается хпшка. Мне надо похилиться, не ходи за мной. Уйди. Не надо. Так, чуть-чуть восстановил. Ага, давай. Да как? Опять что ли? Сколько можно? Я все равно все правильно нажму, ты мне ничего не сделаешь. Я уже знаю, что нажимать. Чё спамить? Е. Все нормально, нас спамили. Уходи. ХП. Уй, да как ты дотягиваешься? В натуре собака. Нет, я застрял. Я застрял. Нет. Надо. Бля, ХП вообще на один прям укус. Уходи, сука. Отъебись, я буду от тебя бегать вечно. Тихо! Спокойно. Спокойно. Бля, че он такой заряженный-то бегает, а? Вообще нахуй не останавливается ни секунды. Два, три, ага, бел. Раз, два, три, съебывай. Входим. Ага, пулюшки. Подходи. Раз, два, три, ага. Раз. Два. Ай-яй-яй. Не надо. Уходим за колонну. Бля, я все время где-то застреваю. Бля, больно. Не-н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 е. Так. Бля, у него прям мало хпшки осталось. Можно. Бьет колбу. Ага. Ага, сука, лох, промахнулся. Ай, блядь, попал. Попал, пробег. F. Нормально. Че спамим? F. Уходи. Не надо так делать, проваливай. Надо съебать. Ага, съебал. Ага. Бля, черт, ну больно же. Так, живем, чуть-чуть восстанавливаем хп, живем. Не-не-не-не-не-нихуя. Не-не-не, блядь, щемит за мной. Успокойся, спокойно. Блядь, да не надо так делать. Бля, опять надо бегать хилиться. Уходим. Бля, сейчас умрем. Ага, хорош. Бля, колба вещь. А вот там еще один сидит, и мне интересно, он вылезет, блять, или нет. Если он вылезет, это будет жестко. Да, раз, два, три. Бля, ну как я же в бок ухожу? Он кастует и сразу разворачивается. Во время моего ухода в бок он тоже разворачивается. Во время каста так, блять, не должно быть. Больно. Уходим. Бля, у него вообще хп децл осталось. Главное сейчас не умереть в конце. Будет обидно. Не надо. Бля, не надо. Да не. Бля, он догоняет. Ага. Бля, больно. Не надо. Бля, какой ты душный. Он такое чувство, как будто он прочитал, что я хочу делать. А. Два раза ударили по съебам. Тихо. Бля, задел, сука, все-таки. Бля, у него прям один удар. Ты где? Бля, напряжение. Черт, блять. Охренеть. Он чуть меня не прикончил, скотина. Вот именно, блять. Надеюсь, из второй колбы другой такой же уродец не вылезет? Согласно моим данным, вторая колба надежно заперта. Да охуеть, надо валить отсюда, блять, быстрей. Съебываем. Это пиздец, как потно было. Это было очень потно, очень страшно и очень ужасно.
Это был пиздец. Идем сразу к Элеоноре. Доступ разрешен. Нам, давай нам этот. Это был очень жесткий босс, блять, даже ежиха была не такая жесткая. О, мы можем сделать доминатор. Тяжелая импульсная пушка выпускает сферы сжатого или неэлектризованного полимера. После выстрела каждый полимерный снаряд удерживает форму благодаря собственному или электромагнитному чему-то там. Ну давайте, наверное, создадим, посмотрим, что это такое, потому что, блядь, без него будет прям, наверное, грустно в дальнейшем. Без этой пушки. Опа, нихуя, Элеонора, вы раскрылись. Ну, берем. Бля, хорошая вещь. Выглядит очень даже. Выглядит охуенно. А, это автомат, что ли? А как она заряжается? А, и она потом сама заряжается. Я понял. Я услышал. Это что? Адреналин. Адреналин нам пока нужен. Давайте откроем инвентарь. Здорово, ёпти, шмотки. Здорово, Дим. Здорово, Димас. Здорово, Димасик. Димандрий. Димасиус. Здравствуй. Вот это вот. Куда, блять, вставлять? Кто-нибудь не может объяснить. Вспламеняет цель. Огненная кассета. Кассета от чего? Кассета для чего? Вспламеняет большой запас энергии в емкостях костюма. Электро. Использовать предмет. На пробел. Я мы не можем использовать. А что я сделал? А что я сделал? Куда я это убрал? Я нажал на колесик переместить в Элеонору. Все, я понял, я переместил это в Элеонору. Нам надо, значит, нам надо. Дим, как дела, Дим? Димасик, как сам? Что нового, что интересного? Так, нам надо сделать хилок. Прям вот так надо сделать хилок. Прям вот так надо сделать хилок. Хилок много не бывает, особенно в этой игре. Правильно, на склад. Заходим на склад. У нас, значит, капсула адреналин. Ебать, хилок натарил. Прям от души. Мы, значит, делаем раз хилку, два хилку, три хилку, четыре хилку, хилку. Так, вопрос, а нам вот пистолет электрический нужен, если мы доминатор себе сделали? Не знаю пока. Давай мы сейчас захилимся, закинем себе еще хилов. Закинем хилов и пойдем дальше. Нас сейчас ждут очень много товарищей. Доступ разрешен. Бля, он так дышит прям хорошо. Вот этот вот. Когда захилился, прям вздохнул с облегчением. Раз. Два. Че у нас? Давайте мы уберем пока кассеты. Мы один хуй не знаем, куда их пихать. Эту мы тоже уберем. Большая капсула с непремом. Бля, понятия не имею, что это. Я думаю, когда-нибудь мы разберемся. Все, у нас есть много хилок. Мы пойдем. У нас есть новая пушка. Я себе скрафтил доминатор, наконец-то. Мне хватило. Просто прекрасно домой еду. Откуда едешь? Куда едешь? Зачем? Едешь с работы, что ли, едешь? Так, нам надо сохраниться. В первую очередь. После такой катки надо сохраняться. Я сокрафтил доминатор себе, наконец-то. Теперь я смогу Вовчиком разбить лицо. Так, Рафик. Мы проходим мимо. Мы друг друга не трогаем. У нас все в порядке. Не надо мне так смотреть. Что там с кем-то разговаривать? Бля, что-то звук. Так, ага, утецкий. Так, значит, раз, Вовчик. Давайте мы сразу вот в эту, вот так вот шмальнем. Бля, охуеть, смотри, как красиво. Бамс. А ему похуй? А ему похуй? Фикс, ему похуй. А в смысле, у них один заряд, что ли? Значит, можно выкинуть смело этот. Не-не-не-не-не. Ага. Бля, как быстро замораживает. Бля, вообще на изичках отлетел. Здравствуй. Просто прокачал. Прокачал себе эту штуку. Не надо. Прокачал себе заморозку. Стало вообще заебись. Фу, я только здоровался. 2% на телефоне. Здорово, Вуди. Здорово, Вуди. Привет. Давай, этот, тебе хорошего вечера, чтобы телефон твой был заряженный, бодрый, и все было левый, хорошо у тебя. Давай восстанавливайся. С работы, бро, я понял. Во сколько ВЗ? ВЗ попозже, и то не факт, не знаю, посмотрим. Устал люто, может и покатаемся. Что время? Время 10, в принципе, у нас 30 минут записи. Минимум через 40 минут ВЗ может быть. Вот,
40 минут и не раньше, потому что у нас сейчас прохождение, у нас сейчас очень важные дела, блядь, которые нельзя откладывать никак, никоим образом. Иначе все. Без этого нам никак. Мы начали прохождение, а раз мы начали прохождение, нам надо его заканчивать. А когда его заканчивать, если не сегодня? А ты понял, кто это пишет? Ну, конечно, понял, я же умею читать. Я же вижу твой ник. Я умею читать, Гриш. Я вижу, что это... Нет! О, бля, ебать, что-то страшно было, конечно. Очень страшно было. Я уже прошел эту замечательную игру. Я понял, Димас, блядь, ты молодец большой. Я надеюсь, ты мне спойлерить не будешь. Дима, а раз ты прошел эту игру, что делать вот с этой хуйней, про которую я говорил? Там есть огненная кассета, ледяная кассета. И написано, единственное, что в описании, это типа... воспламеняет врага. Я так понимаю, эту кассету надо куда-то вставить. А куда ее вставить, я сейчас не пойму. Сканируем помещение выставки, ага. Главный модуль тут. Черт, темень какая. Не к добру. Вообще не к добру. Я уже вижу. Где еще? 70. Ебать, сколько вас тут? Надо срочно брать дробовик. Охуеть, она огненная. Они огненные. Блять, они огненные. Они огненные. Нам надо срочно вот это вот все убить, иначе нам пиздец. Они так и будут рожать, а нам это вообще никак ни к чему не нужно. Так, ребята, господа, давайте вы немного постоите и подождете. Мне надо кое-что сделать. Ты тоже постой. Умри. Будем тратить, значит. О, мы сейчас проверим вот эту штуку. Где импульсная пушка-то? Да тихо. Так, все взлетаем и ждем. Все взлетаем и ждем, пока я найду импульсную пушку. А почему ее тут нету-то, блять? Ладно, пусть. Доминатор. Хорош, ебать, пулемет. Охуенно. Кто, чё? Хилиться. Хилиться надо, надо хилиться. Надо хилиться. Так, хорош. Здесь убили, значит тебя теперь. До свидания. Тебя. До свидания. Ты чё? Ты мертвая. Бля, доминатор супер хорошая вещь. Бля, понял. Понял, патронов нет. Тихо, уходим. Так, пацаны. Тихо. Да тихо. Кто? Да кто? Бля, какие вы душные, а? Поехали. Бля, заебывают. Минус. Ага, в полете, бля, красиво нам. Все. Заебись, всех разъебали мы. Всех разъебали, пизделей всем раздали. Теперь можно полутать, чтобы больше не скучать. Тебя мы тоже лутаем. Хорош. Угу. Так. А зачем нам стул? Нам стул не нужен. Нам стул не нужен, нам нужен лут. Надо все залутать, долутать. Так, хорош. Ебать, здесь полно всего. Вот это мне нравится. Это дело я люблю. Очень много нейрополимеров, материалов. Здесь у нас что? Бля, хилочками, конечно, да. Эта игра не балует особо. Хилочками вообще не балует. Так, это что у нас? Будем нажимать кнопку? Давай нажмем кнопку. Нет. Подводный город, что находится на дне озера Лазурь с 1944 ага. года. Данный комплекс является уникальным научным объектом, главной, но не единственной целью которого является работа со специальными выбросами. Необходимо. Угу. А можно как-то нам... Ага, а как я сейчас это сделал? Нам надо... Вот. Че? Доминатор. Нам надо доминатор на пятерку, наверное, поставить.
Патроны для калаша, блять, опять нашел. Зачем нам патроны для калаша? Я не понимаю. У нас нет калаша. Дайте калаш. Потом патроны. У меня патронов там уже, блядь, хватит на целую войну, мне кажется, с этими роботами. Их овером дохуя. Очень много патронов для калаша. Так, берем, значит, доминатор. А на четверку у нас что? А на четверку шокер. На тройку пистолет, на двойку дробовик. Вот так нормально, вот так хорошо, вот так мне нравится. Так, в принципе, всего хватает. Что? Так, мы опять идем в какую-то лабораторию. Отдых. Так, хорош, у нас есть Элеонора, нам надо сохраниться. В принципе, все остальное это у меня есть. Все, со всем остальным все нормально. Здесь мы видим новых роботов, Рафика. Ну, как обычно, замок. Как обычно, замок. Давайте просто пощелкаем быстренько прям. Оп. Давайте, без единой ошибки. Ага, все. На изи. На изи, реакции есть, все в порядке, все хорошо, все отлично. Заходим. Что у нас тут? Где этот долбанный вход которованной башки? Под землей, что ли? Ты кто? А это что за роботы такие интересные? Вы кто такие, блядь? Что за... Бля, музяка, конечно, прикольная. Музыка хороша. Прям вот... Берем, значит, доминатор и идем вниз. Так, нам в какую сторону? Нам, наверное, сюда. Судя по тому, что сзади тупик, остается нам один путь. Один, мать его, путь. Путь вперед называется. Что? Лежит. О. О, хорош, ебать, как много всего. Как много всего выпало. Море. Охренеть. Мир бездонный. Не надо. О, так сразу. Главное в Рафика не попасть. Рафик, он безобидный, пока есть его не трогать. Может, подать питание на белок? И как это поможет? Не знаю. Ну давай посмотрим. Ладно. Так, не надо. Блять, тоже кидаются всякой хуйней. Ну что же вы, блять, за роботы такие? Кто бьет? Короче. А схуяли? Не сейчас давай. Ты же меня не бил. Килимся. Что это такое? О, хорош. Блять, душный ракон, а? Я тебя, между прочим, не трогал, мразотник ты эдакий. Бля, больно. Больно, больно. Здравствуйте. Бля, душно становится. Пиздец душно. Все замерзли быстро. Бля, надо от него избавиться. Он пиздец какой сильный и неубиваемый. Чё это? А, я понял. Я понял. Я понял. Надо хил. Надо хил. Бля, как вас много. Не надо. Заряжай, заряжай, Нечаев, заряжай. Бля, тупик. Так, все успокоились. Бля, пиздец, как мало телекинез-то работает. Чё вообще можно успеть-то сделать за это время? Бля, Рафик, ты умрёшь когда-нибудь? Нет? Он не умирает. Он просто не умирает. Блять, как вас убивать? Хорош. Значит, берем. Не-не-не-не. Хорош. Хорош, ебать. Стоять. В натуре ебанулись, блядь. Тихая. Умереть. Нахуй.
Хорош, ебать, всех раскидали, что ли? Музыка еще играет, это палево. Может, тот где-то ходит еще? А мы сейчас так сделаем. Марик, все в порядке? Все, и музыка успокоила, значит. Лутаем. Что нам остается? Остается только залутать ребят. Пожелать им удачи. Ага. Есть. Есть. Тут что? Тут ничего нету. Здесь что? Здесь, значит, останки. Какой-то трупик лежит. Мы сейчас с ним обязательно поговорим, к нему вернемся. Пообщаемся. Бля, они что там скачут-то? Он же вроде мертвый. Наши юности, надежды. Это чё? Действие. Поворот. Опа, нихуя, мы теперь умеем взламывать замки. Раз нам помогает, мы взламываем. То есть после того, как идея с бета-коннекторами умерла, были сделаны нейроконнекторы с особым доступом? К сожалению, да, товарищ майор. Ага. Борьба за власть в Кремле не утихает никогда. Партийная верхушка потребовала для себя власти и в коллективе. Ну, все-таки это наше правительство. Мы же СССР. А как? Мы, да. Что-то я только что вроде делал. Но президент задумался всеобщим для всех людей планеты. А на планете существует не только СССР. Капиталистов и империалистов нельзя пускать в коллектив. Так, погоди. Почему? Ведь коллектив задумывался как всепланетное объединение равных друг другу людей. Как ли тебя повернуть так, чтобы ты открылся-то? Доступны каждому. В конечном итоге возможности всех людей сравняются. Капиталистам такая перспектива не понравится. К сожалению, такая перспектива не понравится любой правящей. Блять, а как? Я ж только что открывал-то. Чтобы не попасть в кровавые кремлевские жернова, академику Сеченову пришлось ввести в коллективе алгоритмы особых полномочий. Понятно. Бля, нихуя не понимаю. Ага. Ну, я же до конца провернул. Чё ты не открываешься-то? Блять, ни черта непонятно. Так, погоди. Ну, до конца же почти. Чё не так-то? Бля, да как взломать-то? Я ж ту дверь как-то взломал. Блять, все взломал. Вообще не смотрел монитор и дверь взломал. Изи. Газированная вода. Ну хуй, взломал. Все понятно. Бля, кучу всего опять собрали, куча мусора. Так, идем, значит, сюда. Здесь, значит, мы вот так, вот так, вот так лутаем. Так, 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 так. Ящики, ящики наши любимые залутали. Ящички с лутецким мы залутали. Отлично. Все, самое время, я думаю, расслабиться и немного почитать. Помещение трансформеры. От младшего куратора выставки Калинина кому экскурсоводам. Пространство, трансформеры. Следующий шаг в развитии жилого и промышленного сектора СССР. В перспективных разработках подвижных зданий учтены все необходимые требования. От ветрозащиты и стабильности при землетрясениях до комфорта семей и удобства работы. Навеки уйдут в прошлое жуткие пережитки капитализма в виде коммунальных квартир, бараков и т.н. человейников, доставшихся наследие Советскому Союзу от рухнувшего царизма. Памятка для экскурсовода. Экспонаты в настоящее время находятся в режиме отладки, поэтому посетителям разрешается только смотреть на комнаты трансформера без посещения этих помещений. Нахождение внутри может привести к травмам и даже гибели. Срочно. Опасность. От кого? От начальника безопасности ВДНХ Исмаила. Кому? Старшему инженеру Марташову. Володя, мне доложили, что белуга, висящая в выставочном зале, снаряжена как рабочая, и у нее даже заправлен и работоспособен двигатель. Ты представляешь, что будет, если кто-нибудь нажмет что-нибудь ненужное? Она в лучшем случае стены снесет, а в худшем представить страшно. Срочно разберитесь. Снимите мотор, поставьте стоппер, иначе отправлю в Вавилов. Вавилов это типа как этот, блядь, воспринималось какая-то, какой-то изолятор, наказание, типа почему, это же научный комплекс Вавилов, почему туда в наказание отправляют работников, вообще ни разу непонятно. Почему все время по 3 патрона заряжает, у тебя же 4.
Так. Ну, и где? Блять, сразу же слышу этот вертолет, этот вот гребаный. Где ты там летаешь? Воу! Понятно. Блять, вот они. Вот они, летуны. А я в пещере, мне поебать. У меня крыша над головой. Да хватит мансить. Тихо. Ты где? Что-то хилок много дали. Дали много хилок, это палево. Все, умер. Туда, я так понимаю, лучше не надо прыгать или можно? А, о, я же даже плавать умею. Хорош. Интересно, дыхание надо задерживать? Ага. Сплыть, значит, пробел. Ага. В принципе, все ясно. Еще где-то. Блять, вот они. Надо вылазить. А как вылезти-то? А вылезти как? Где эти вертолеты, блять? Все, всех сбили. Больше никаких звуков. Так, вот здесь есть у нас такая штука. Ага, здесь мы, значит, вылазим. Куда мы идем? Нам надо попасть как-то наверх. И по всему нам надо вот сюда. Это не открывается, фигня. Блять, хватит шуметь. Выходи. Покажись. Да покажись, говорю. Блять, не хочет. Показываться он не хотит. Ну ладно, это не страшно. Я слышу, как какой-то робот ходит. Пойдемте наверх. Поплыли по полимеру наверх. Нам другого ничего не остается. Я думаю, мы двигаемся в правильном направлении. Так, вылезли. Куда мы, значит, вылезли? Мы на скалах. Зачем нам на скалы? Понятно, у нас здесь есть желтенькие штучки. Раз, два, три, ага. Пойдем направо. А как прыгнуть-то? Ага. Все, допрыгнули. Все в порядке, все нормально. Блять, да где ж ты летаешь-то? Я ж тебя прям слышу. В смысле, блять, я ж только зашел. Да ты чё? Да уймись. Спокойно, блять. Спокойно. Бля, охуеть. Даже ничего не дал сделать. Здрасте. Ты чё сюда залетел-то, блять? Я тебя ищу повсюду. Он тут летает, значит, шумит. Бля, еще один. Давай с пистолетом. Так, все, отлично. Бля, да как вы заколебали-то, а? Все время забываю, что с доминатора нельзя целиться и стреляю просто, блядь, правой кнопкой мыши. Кино, Арлекино. Бля, музыка душевная, конечно. Музыка хороша, музыка прям самый кайф. Здесь что у нас? Давай нажмем. Пустите. Пойдем. Иди, иди сюда. Иди, да. Мы уже не такие простые, нечаевы, какими были раньше. Мы теперь с доминатором ходим, и нам ваше вот... Понял, ладно. Бля. Успокойся, я тебе говорю. Успокойся. У меня есть топор, у меня есть заморозка. Поэтому, братишка, получи. Бля, щит достал. Чё ты как циклота, блядь, своим щитом? Не надо.
Все. Блять, чувака разрубили. Разрубили, блять, мужчинку висящего. Он себе висел, никого не трогал, нахуй мы его побеспокоили, тоже непонятно. Но это все виноват Вовчик. С Вовчика и спрос. Мы не при делах. Значит, мы здесь залутали. Куда нам надо-то? Типа здесь просто вот это вот ящик. Просто ящик был. А, ну нам сюда, наверное. Угу. Это нам пригодится, это нам нужно. Идем наверх. Давайте, может, маленькую хилочку заюзаем. Вот так нормально, вот так хорошо. Прыгаем, значит, сюда раз. Перелезли, ага. Ага, есть. Два. Паркур, паркур, это хорошо. Бля, паркур от первого лица — это максимально непривычная вещь. Три, все, окей. Значит, вверх, 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 вверх. Идем, значит, в будку, в рубку, запускаем нейросеть. Здесь. Так. Вы уверены, глуп? Я бесконечно. Давай, глупый труп с нами разговаривает. С нами разговаривает глупый труп. Пусть напишут это на надгробии. Угу. А что тебе надо написать-то? Да вряд ли напишут. Похоже, что похороны будут общими. Погибло еще много людей. Много. Нечаев такой. Фух, вообще ему хорошо. Как бы похуй. Ну, ты понимаешь. Оторваться от коллектива. Ну, конечно. Веселее, верно? А конечно. Вы, блядь, вместе с коллективом все и померли. Естественно, вам нормально. О, бля. Это типа God Mod? Три синих должно быть. Три синих. У нас есть два разветвителя. То есть нам надо вот так. А его можно ниже переместить? Если мы вот так сделаем. А, ниже он не перемещается, я понял. Значит, нам надо сделать вот так. Нам надо сделать вот так. И у нас получается какая-то хуйня. Ну, получается же хуйня. Или нет? Ну, ниже его нельзя переместить. То есть они вот на одном уровне. Может, нам надо вот так сделать? Так, а если сделать два на середку? Все, изи. Точно. Точно, все сработано, все сделано, все правильно. Иначе быть не могло. Мы все открыли. Нажимаем красную кнопку. У нас открывается дверь. Мы выходим, блять, наружу, где куча, куча врагов, которых мы будем разъябывать с доминатора. Бля, ну не тебя точно. Тебя мы заморозим для начала. Вот так. И будем пиздить топором, потому что с тобой тяжко. И вообще на патроны не реагируешь толком. Бля, да чё ты пинаешь-то сразу, а? Постой, постой. А, смотри, 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 замахнулся, блядь. Нихуя, так не работает. Браво! Да, я справился. Причем тыкал я не наобум. Хочу заметить. Я тыкал обдуманно. Осознанно. Так, а нам куда вообще? А почему у нас теперь вниз показывает куда-то? Вернитесь в зал? А нахуя тогда я наверх ушел? Я не понимаю абсолютно. Это улица, это же уже все. Это же уже конец. А нам надо в зал вернуться. Блять, нахуя я сюда вышел-то? Откройте мне дверь. Беги. Я побежал. Мне же вниз надо, в зал. А если я в воду спрыгну, я умру или нет? Давайте проверим. О, нормально дырнул. Красиво. Хорош. А ты голову-то нашел? Ну вот, я что-то запустил, я так понимаю, для поиска головы. И нам надо сейчас вернуться в зал, но я не знаю, как это сделать. Меня почему-то игра тянет наверх, а я не хочу туда идти. Если у нас, типа, нам надо в зал, вот, 6 метров. Ну вот, все, я вернулся, у меня лифт. А зачем меня наверх-то гнали, я не понимаю. Зачем мне открывают новые какие-то двери, если, блядь, я еще не разобрался со старыми дверями. Заряжай 4 патрона, я тебя прошу. У вас что, дискотека тут, блядь? Я же вас всех убил. Блять, как вас много-то, а? Они шприцами какими-то стреляют. А в смысле они взрываются? Бля, идите в жопу. Вас много. Тихо, стоять.
Бля, ебало, сейчас мне бить будут здесь, в замкнутом пространстве. Что, Шпунь, не любишь? Да, они любят, судя по всему. Бля, сейчас что-то будет. Стоять, нахуй. Один застрял, лоб. Тихо. Спокойно. Куда ты уходишь? Смотри, съебать решил. Нихуя, выхода нет. Все. Раз зашел, получай пиздюлей. По-другому никак. Здесь еще один. Осторожно. Осторожно, да. Запутать хотят. Да, блять, запутать хотят. Что нам интересно, зачем это все нужно им? Бля, эта хуйня вообще не умирает от этого. Прыгай, блять, бегай. Умри. Что за музыка началась ты, блядь? Я ж только что со всеми расправился. Все. Блядь, там трупы что-то сами все подпрыгивают. Меня это как минимум смущает. Все, идем, нажимаем кнопку. Ну, активировали белугу. Посмотрим, чем это нам поможет. Перезарядочка. 5 патрончиков. Тихо! Блядь, чуть не прибил сам себя. А как же? И чё? А чем нам это помогло-то, блядь? Белуга — самый быстрый и многозадачный из подводных аппаратов. И чем нам это помогло? Развивает скорость до 78... Так он весь какой-то обтекаемый. Способен выполнять гражданские военные операции. По нему подняться-то, блядь. И погружаться на глубину 3000 метров. Блять, то ли я дурак, то ли, блять, лыжи не еду, а как по нему подниматься-то? Он как бы что-то не цепляется ни за что. Может быть, вот эти... Бля, так ты заебешь нахуй. Так. Вернемся к нашим баранам. У нас есть белуга. Нам надо как-то по ней подняться. А как бы не подняться? Кто-нибудь знает? Почему? Это что такое? Поднимитесь на второй этаж. Так погоди, так здесь, наверное, где-то лестница есть, наверное, на второй этаж. А белуга там уже наверху, что-то там, может быть, надо с ней сделать. Открывай. Нет. Кажется, у меня не получается. Да, вот у нас есть замок. Может, отсюда на второй этаж нам надо? Давайте посмотрим. Ага, раз щелчок, два щелчок, три щелчок, четыре щелчок, пять щелчок. Все, открывай. Бля, вообще без ошибок. Все спокойно проходит. Ой. Смотрим, значит, что тут у нас. В смысле, блядь? Я отсюда вернулся. Мне туда не надо. Вот, смотри, нос прям смотрит на меня. Давай, оп. Блядь, точно. Как, сука, надо было просто забежать, блядь. Что? Я ж пытался, я ж пробовал, у меня не получалось, он не заходил. Ты меня слышишь? Да, дорогой товарищ, связь восстановлена. Эй, Терешков. Да охуеть. Ну и где там эта твоя башка? Моя? На месте. А голова Клары где-то на вашем этаже. Как я уже говорил. Авторизация. Моя. Так, мне надо патроны все накрафтить, потому что, блядь, без патронов хуёво. Так, сделаем. Есть. И на дробаш нам надо патроны. Надо патронов на дробаш. Блять, может дробовик прокачать? Он очень нужный. Но, по-моему, он так мало дамажит. Давайте посмотрим улучшение. Улучшение. Дробовик. Угу. У нас есть рукоять. Блять, точно, мы же можем оружие качать. Хули я с первого уровня-то бегаю? У нас есть демпфер, полимерный приклад. У нас есть увеличит скорость, увеличит точность. Увеличивает бонус энергии. Зачем нам энергия? Непонятно. Давайте базовую прокачаем хотя бы до первого уровня. Так, улучшить. Не хватает ресурсов, бля, вы серьезно? Ну... У меня нет ресурсов на улучшение, блядь, оружия. Да и хуй с ним. Так, нам что надо сделать? Нам надо патроны забрать со склада. Надо забрать патроны.
У меня инвентарь уже супер переполнен просто. У меня этих патронов на калаш, господи, просто нереальное количество. У меня есть три большие хилки. У меня еще есть патрон на калаш. Так, нам надо, значит, вот так. Нам надо, значит, вот так. Молоко нам надо выложить. Мы его все равно не едим. И одну хилочку маленькую закинуть. Все отлично, поехали. Все отлично, все хорошо, едем дальше. Бля, везде мультики показывают, кстати. А, надо сохраниться. Все, пойдем. Ага. Бля, какое это огромное это. Вот это вот. Надо кнопку нажать. Куда пошел? Нажимаем, значит, кнопку. Ага. Головоломку лабиринт. Ну, это-то я запросто. Да, конечно, запросто, блять. А что надо сделать-то? Так, там есть светящийся шарик. А его куда загнать-то надо? Где конечная цель? Ага, вижу. Вижу конечную цель. Бля, головоломки. Я не очень люблю головоломки. Давайте попробуем. У нас как бы выхода-то нету. Так, нам, значит, что нужно сделать? Какой юркий сорванец, а? Да ничего не говори. Так, нам надо сделать вот так. Нам надо развернуть и посмотреть, куда нам, в принципе, идти. Ага, вот сюда нам надо. Шарик, сюда иди. Не-не-не-не, вот так. Давай. Ага, хорошо. Вот. Так, значит, вниз теперь, да направо. Нормально вертим. Давай, чуть налево. Ага, хорош, направо едем. Бля, там тупик, что ли? А, кажется, я понял. Да, а я нет. Нет, понял. Понял, все нормально. Вниз. Сейчас все получится. Ага. И вверх. Вверх, я сказал. Так, и налево. Так, значит, вниз. И налево. И здесь мы, значит, делаем вот так. Вверх. Нет, не туда. Бля, херово, что ты когда поворачиваешь, типа наверх, не видно же ни черта. Так, стоять. Ага, вижу. Сюда катись, вниз катись. Вниз. Давай, левее. И вот здесь вниз. Майор, вы вообще понимаете, что делаете? Да. Почему я не понимаю? Нет, не надо в тупик. Назад. Так, налево. Нам надо сейчас. Вот. Стой. Блин, да почему-то закатывается-то. Остановись. Вниз. Так. Так, до упора. Значит, держим его слева. И вот так. И сюда. Не. Вот в следующий проход нам надо. Бро. Давай. Тихо, не так быстро. Подожди. О-о-о. И вниз. Не туда. Нет. Стой. Назад. Так. Давай, левее. И вниз. Блять. Неужели это так сложно? А ты как думаешь, ты сам-то попробуй, эта платформа летает. Хер пойми как, блять. И вниз. Да кучи это ты пироги. Да. Вот так это делал. Ебучие это, блядь, пирогина. Так, она взлетает. А мне надо вниз, что ли? Блядь, кто бы сомневался? Вот я, например, не сомневался, что я пройду. Вы сомневались? Ты сомневался, что я пройду? Я не думаю, что ты сомневался. Невозможно сомневаться. Так, вот она, голова Терешкова. Блядь, она разговаривает. Здрасте, блять. Так, просто я нашел. Молча убрал дальше. И все, блять. Как правильно, нехуй пиздеть. Времени? Не могу сказать точно, но времени немного. Ну наконец-то. Пойдем. Все запчасти собраны. Шладошки спотел, переживала, как за себя, да. Ну это на самом деле очень неудобно делать все, потому что ты типа на кнопку нажимаешь.
Она-то вроде и вертится, платформа эта, но она настолько неотзывчивая к управлению, что баланс поймать очень тяжело. Очень тяжело поймать баланс. Никакого баланса там не было и быть не может. А если нам надо туда? Нам по облакам, что ли, прыгать? Блять, точно по облакам. А я говорю, что за хуйня? Почему я хожу туда-сюда и не могу никак добраться? Хоть, опа, хорош. Так что там с настоящими бета-коннекторами было не так? Ага. Так как коллектив изначально планировался без каких-либо особых полномочий, то все в нем должны были быть равны. Это мы уже обсуждали. Зачем так тогда вообще понадобились бета-коннекторы? Бля, охуенно, чтобы это была локация без единого врага. Это, блядь, замечательно. Мы просто прошли головоломочку и быстренько это ушли. Это невозможно. В коллективе все равны. Так, все, мы идем вниз. А, черт, альфа-коннер. Именно. Например, бля, уже эти черти где-то ходят. Не надо. А, бля, увернулся. Вообще по красоте. И сам увернулся, и не чай повернулся. Красота. Мы бежим, мы бежим, мы бежим. Утецкий. Но они представляли возможность присутствовать в коллективе, не являясь его частью. Товчики, отъебитесь. При сохранении бля. Доступа в общую информационную сеть. Ну и зачем? Это же как то, что у нас есть сейчас. Вы смотрите на ситуацию. Так, устанавливаю голову. Устанавливаем голову. Опа! Здравствуйте, Терешковы, мы вас собрали. Все части работы установлены. Что дальше? Добро пожаловать. Процедура саморемонта завершена. Блять, а ты откуда взялась-то? Я готова к работе. Дорогой товарищ, позвольте нам образовать пусковую пару. Вторая часть пускового кода генерирована. Идентичность кода подтверждаю. Произведена смена режима комплекса. Новый режим боевые учения. Кажется, успели. Спасибо, девушки. Спасибо вам, дорогой товарищ. Угу. Опа. Товарищ Молотов, я прошу, здесь небезопасно. То есть все-таки небезопасно, а говорили, что все в порядке. Имела место небольшая нештатная ситуация, но майор Нечаев, прошу прощения, агент Петри уже совсем справился. С чем именно он справился? У вас все коридоры залиты кровью. Это не кровь, это краска. Товарищ Сеченов. Опа, Сеченов. А он лично пришел или он где-то там разговаривает, не пойму. Здравствуйте, товарищ Молотов. А, нет, разговаривает. Я вас не понимаю. Прекрасно понимаете, товарищ Сеченов. Ваш локальный технический сбой оказался глобальным. Роботы в боевом все, режиме. Молчу. Молчу. Массовые человеческие жертвы. Мне продолжать? Да, пожалуйста. И прежде всего я хочу знать... Откуда у вас такая информация? От Виктора Васильевича Петрова, вашего инженера, выдающегося робототехника и заслуженного гражданина СССР. В прошлом. А теперь он заключенный номер 230385. Этапированный на принудительные работы в комплекс Вавилов. По вашему приказу. Вы нарушаете законы СССР. В должности министра промышленности. Вы знаете, чем это грозит. Постановление генерального прокурора. Предстоящий запуск глобальной нейросети коллектив отменяется, а вас ждет полномасштабное служебное расследование. Теперь вам все ясно, товарищ Сеченов! Товарищ Молотов. Могу я просить вас о личном разговоре наедине? Вы думаете, это что-нибудь изменит? Хорошо! Я жду вас здесь. Через 15 минут. Встретьте меня на посадочной площадке. Сию секунду. Прошу прощения. Идите, идите. А вы, майор, что, не побежите встречать своего хозяина? Он как что Хаузен торопится. Что-то не так, майор? Майор, я задал вам вопрос. Запритесь здесь. Что происходит? Запритесь здесь, я сказал. Что происходит-то и вправе? Непонятно.
Ебать. Происходит. Я чё, блядь, зайчик? У меня белые ножки. О, нихуя. Мы собираем яблочки. Печеньки. Это чё, блядь? Нечаево накрыло люто, конечно. Ага, здесь еще и взрывы есть. А если туда зайду, я умру? Нет, не умру. Все нормально. Глюны, да. Глюны страшные. Мы зайчик. А нам надо вообще яблоки собирать? Найди меня, любимый, найди. Ну, я думаю, если идти по яблокам, все будет нормально. Я думаю, они нас приведут рано или поздно. Бля, локация, конечно, прикольная. Смотри, труба какая завернутая. Бомбы летят с самолета. Бегает что-то там. Ну, пойдем, пойдем, посмотрим. Бля, что-то Сеченов замутил такое. Не зря же он сказал, встретьте меня. Он увел оттуда Штокхаузена. Нас оставил там как собаку. Что-то он замутил. Может быть, какие-то ультразвуковые волны или что, я не знаю. Не зря же нас так накрыло-то. Так, я так понимаю, вставать не надо, потому что если я сейчас отсюда улечу, будет плохо. Мы просто идем. Бля, беда. Блять, сказал же. Ну ладно, мы в принципе-то по низу можем пройти. Это нет ничего страшного. Ну, наверное. Блять, нет. Нам надо наверх подниматься. Через самолет и вот в эту вот херню. Пойдем, значит, еще раз пробовать. Тут нельзя наверх, тут нельзя наверх. Просто в белой пижамке. Идем по воде, по волнам, как Иисус. Воду в вино мы, конечно, превращать не можем, а вот яблочки собирать можем. Я здесь еще колючую проволоку натянули. Типа, чтобы я отсюда не залазил, не сокращал, что ли, надо все обходить. Бля, волны не может перепрыгнуть. Печеньки вот на волнах плавают, красота. Идеальная картина. Прыгай, пожалуйста. Все, окей, идем. Идем. Не, ребята, конечно, красивые, нарядные, да? Хорошие, что-то все так стоят в ряд. Потише-то, конечно, смотрится. А, я еще вот сюда куда-то могу пойти, что ли? А туда мне зачем? Ничего не понятно. Так, раз. Мы, значит, смотрим под ноги. А почему ты меня выкидываешь? Ну я же стоял вроде посередочке. Печка, блядь, плавает. Это из этого же. Точно, это же из этого мультика. Как оно, блядь, типа... Там мальчишка-то еще маленький был, который все время говорил, типа, ай, да и так сойдет. Ну ему похуй, в котором все было. Не помню, как называется мульт, но мультик классный. Что-то гуси-лебеди был? Нет, не гуси-лебеди. Не помню, помню, как он там пирожки готовил в этой печке. Господи, бедная печка, мне так жалко было, блядь. Она такая вся черная, у нее этот рот черный. Пирожки вот эти вот, блядь, он там что-то закидывал и без остановки. Кошмар. Вот куда-то пошел опять. Так, нам надо пройти полосу препятствий. Я не понимаю, почему у меня самый спек, самый кушай. Да-да-да, я помню этот момент. Ну... Вот середка, смотрите, середка, она недвижимая остается. Почему, блядь, меня выкидывает, я нихуя не понимаю. Бля, охуеть. Вот я прям стою, вот. Вроде не выкидывает сейчас. Бля! Нихуя! Подлетел! Хорош! Главное не уметь. Все нормально, блядь. Ебать. Так, здесь главное не проебаться. Ага. Ага. Бля, сейчас вниз вообще нельзя падать. Все, нормально. А вот это что за растяжка, блядь, за резинкой? Давай перепрыгнем. Хорош. Ебать, яблочки собираем. Любимый, очнись. Я тут, да. Я тут. Все. Мы зашли, значит, в башню к принцессе. Это сейчас как Марио, наверное, будет, блядь. Яблочко собрали. Там он, правда, что, он грибы там ел? Грибочки собирал. Патрис, сынок,
Ты жив? Кажется, да. Бля, Сечина пришла. Правительственная комиссия погибла. Тут тело товарища Молотова. Я же говорю, он всех убьет, блядь. Сколько людей его сопровождало? О, близняшки пришли. Может, кто-то спасся. Проверьте. А что здесь? Как это случилось? Я ничего не помню. Да потому что тебя вырубили. Когда прорвались роботы. Тебе повезло уцелеть. Дмитрий Сергеевич, все члены госкомиссии здесь, никто не выжил. Прискорбно, но это ничего не меняет. Коллектив должен быть запущен. Совершенно с вами согласен. Но что делать с мертвым членом Политбюро? Выбора у нас немного. Правая, займись. А вы отправляйтесь в радиоцентр и убедитесь, что оборудование правительственной связи обесточено. Слушаюсь, но в Кремле будут ждать отчета от товарища Молотова. Я лично сообщу о случившейся трагедии в Политбюро. Действуйте быстрее, Михаил. У нас мало времени. Левая, помоги. Да, я тоже так думаю, что как он его просто вырубил, чтобы провернуть все это дело. Это задание слишком тяжелое для меня. И не для тебя одного. Жуткий инцидент. Бля, у него прям по лицу видно, что он палевный тип. Ну прям видно, что он пиздит. Да, да, вырубил меня и все. Убил всех, а сейчас ходит, блять, как ни в чем не бывало. Как будто, сука, так и нужно, блять. Как будто все нормально. Но нихуя ведь не нормально. Че делают? Че делают? Блять, аж передернуло. А, она и так и этот расстегивает, что ли? Зачем? Блять, что делает? Они там жидкие, что ли, посередине? Блять, что это? У меня аж мурашки по коже побежали. Что это так все выглядит, блять? Я не знаю. Уа, ужас. Что будет? О, извиняюсь. Бля, у них тоже перчатки. У них такие же перчатки у этих роботов, как и у меня. Время, да, вижу время. Сейчас уже посмотрим заставочку, и я думаю, мы на этом закончим. Бля, им обязательно все это делать вот так? Типа как балерин. Они просто нагнуться не могут. Ногу задрали. Бля, они сейчас что, нового Молотова сделают, что ли? Бля, меня также создали, получается. Сука, отвечаю, нового Молотова сделают. Что творится, блядь? Так, о, мы вернулись. Мы вернулись. Прошел код. Код прошел мимо. И приказал стриму долго жить. Мы там пропустили буквально чуть-чуть. Поэтому я думаю, можно просто продолжить просмотр. Суть в том, что там просто клонировали Молотова, а его тело растворяют в чем? Судя по всему. Все окей? Все окей, смотрим дальше.
Ну вот, да, чтобы не опознали, значит, мясо растворили. Что это было? Ага. Последняя дань усопшим. Дмитрий Сергеевич! У нас проблема. Центральный узел лезет в эфир. Кто-то пытается передать информацию на запад. Кто смог подключиться к узлу? На такое способны только два человека. Вы и Петров? Петров погиб. Я видел его тело. Только тело? А Петров — это прежде всего голова. Но тело было его. Как это возможно? Филатова. Когда твой пособник — нейрохирург уровня доктора Филатовой, такое вполне возможно. Вы отследили сигнал? Петров запутывает потоки, но я уверен, он находится в одном из научных центров. Сынок, ты слышал? Найди его. Действуй. Блять, такое ощущение складывается, что весь этот саботаж в принципе, ни разу не случайность. И роботы эти взбесились не просто так. Роботы взбесились, потому что они получили приказ от своего хозяина. Раз. Что это там было внизу? О чем именно вы спрашиваете? Кто перебил госкомиссию? Как я выжил? Не могу ответить на этот вопрос. Вы потеряли сознание внезапно, словно вас ударили сзади. Ваше сознание отключилось, и я вместе с ним. А что это был за монстр из красного полимера? Это нейрополимерный информационный накопитель. Накопитель? И что он накапливает? Мертвые тела? Шеф сказал, что это была последняя дань усопшему. При чем здесь информация? Этот вопрос нужно задать академику Сеченову. От себя могу лишь сказать, что именно так в свое время погиб профессор Захаров. Охренеть просто. Я был уверен, что полимер безвреден. Ну, допустим. Найдите Виктора как можно скорее и вернитесь на Челомей. Так будет лучше для всех. Крас. А почему этот монстр, в смысле красный нейрополимерный, кто он там, информационный накопитель, выглядит как человек? Такова была идея академика Сеченова. Он пожелал, чтобы накопитель умел передвигаться самостоятельно. Зачем информационному накопителю ходить? Чтобы случайно удрал и потерялся где-нибудь вместе с важной информацией? Удирать накопитель не станет. Он предан академику Сеченову изначально, как близнецы балерины. Когда Дмитрий Сергеевич выпускает накопитель во внешний мир, тот всегда находится рядом с ним, в качестве дополнительной охраны. Чего? Охраны? Он что, тоже может нападать на людей? А как вы думаете, товарищ майор, зачем нейрополимерной субстанции, способной в считанные секунды растворить в себе человека, потребовалось умение самостоятельно передвигаться? Твою ж мать. То есть эта хрень может подойти к кому-нибудь сзади и убить мгновенно, не оставив следов? И возникает версия о том, как некто, погибший без свидетелей, при загадочных обстоятельствах, поскользнулся и упал в ванну с неким никому неизвестным агрессивным полимером. Ебучий пирамид. Есть над чем подумать. Так, ну все, я думаю, мы вот именно на этом моменте и закончим. Мы поговорили, значит, с Хразом. У нас осталось много вопросов. Вопросов к Сеченову и, в принципе, к тому, что, блядь, здесь происходит. Вот, поэтому всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь обязательно на ютубчике, жмите подписаться, жмите лайки. Классы, будем проходить дальше. Всем огромное спасибо за... то, что вы были со мной сейчас рядышком на стриме. Всем спасибо, всем пока. Вот.